Под Астраханью пьяный водитель сбил 79-летнюю пенсионерку. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. И девятка ехала на огромной скорости. Причем водитель даже не пытался затормозить. Первую помощь оказали свидетели аварии. В результате пенсионерка получила закрытый перелом бедра. Сам же виновник до приезда полиции находился в салоне. Более того, они поменялись с пассажиром местами, чтобы избежать ответственности. Правда, обмануть инспекторов им не удалось. Они выяснили, что автомобилем управлял 36-летний местный житель, который сильно выпил перед тем, как сесть за руль.